Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Робби и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Приветики, омлетики. Ребята, у нас сегодня на прохождение очень классная карта. Называется Stale Vale. Я не знаю, Stale Vale? Vale? Я же американец. Вот так, как Серега сказал, так называется. Очень классная карта, 100 этажей, которые мы должны идти и мочить. На каждом этаже будут прикольные монстры. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Серега, это вообще карта ассоциируется как хоррор или как? Ну, по сути, как хоррор SCP-087. Мне даже интересно, какие здесь монстры будут? О, тут никаких приколюх нету, ничего не надо тут? Гранаты. О, Дима, гранаты. О, гранаты. Получается, у нас есть смот на гранаты. Если сейчас мы возьмем гранаты, они будут бесконечные? Да. А, класс. Ну, блин, у меня такое ощущение, что мы будем подрывать друг друга. Давайте без гранат в этой серии. Ок, давай. Я знаю себя. Я не за вас говорю, я говорю сейчас за себя. О, житухи, броню, пацаны, пополняйте. У Итучки крутецкий просто скин. Оцените. Ребята, напишите в комментариях, как зовут этого персонажа. Дима, у нас есть имя? Выруби фонарик, да, у него есть. Да, у тебя глаза светятся, а ну и ночной режим. О, так получше. Пацаны, видно. Да, уже... скин, только там не, глаза не светятся, там обычные просто. Да. Пацаны, я вас потерял, вы куда делись? А мы наверху, все, идемте. Ребята, кто напишет правильный ответ, как зовут этого персонажа, попадет обязательно в начале ролика. А че никого нет, уже какой этаж идет? Первый. А, второй, все, вот сейчас начну. Нас обманули, тут никого... Иди, Гусанёк, ты вперед. Я пойду. Посмотрите вниз, в этот, на лестничную клетку. А там никого нету. Короче, я могу, получается, спрыгнуть? Я... Блин, я не могу спрыгнуть. О, тут уже есть какой-то чел. Есть? Да, вот он здесь такой черный. А, только вижу. Что был, вот он. Ой-ой-ой. Ну что, ребята, мы для начала возьмем оружие, которое сам разработчик нам дал. И мы не можем его менять, у нас только магнумы эти. Ну, револьверы, можно сказать. Кольты. А если будет там очень сложно, мы возьмем уже оружие с Counter-Strike Global Offensive. А, патроны, пацаны, давайте по очереди, да, чтобы мы друг друга прикрывали как. А вы заметили, что на этом этаже их больше уже? Да. Какой-то челик мне стрельнул в ногу, у меня 3 минус 3 хп. Да нормально. О, я могу вот так, получается, стрелять, на быльце стоять? Они могут, кстати, со спины телепортироваться. Ты думаешь? Так, пацаны, заряжайте, чтобы у всех всегда были полные обоймы, обязательно. Окей. Ты чё, Серёга не ударил, а меня убивает? Они с пистолетами, Дим. С пистолет? Ой. Что? Так мы не пройдем так. Надо, блин, как-то не знаю. Блин, Серёга, я не хочу по тебе стрелять. Граната. Ты гранату кинул? Это не я. Это я, чтобы их быстрее убить. Ну, Серёга, Гусанёк, ну ты убьешь нас. Нет, смотрите, что там творится. Я буду так стрелять. Тут тушенка. В голову стреляйте. Ё-моё, сколько тут трупов, Тима. Да блин, ну это ж, конечно, они вообще крутые. Все уже. Это знаешь, Дима, это вот крипипаста по Гарри Смогу. Темный человек, который следит за нами. Да, это точно. Это его агенты. Кстати. А, я сейчас умру. У них разный пистолет, вы заметили? Да. Блин, не хочется ж никого убить из пацанов. Может, спаун поставить? Нет, не надо. О, мы будем играть по-честному. Тут свет уже. А ну, жмакай. Нажимай. Он включается, по идее, вот. А, Дима, вот, можешь хп восстановить. О, да, давай. Так, это хп. А, все. В общем, 300 хп у нас. Ну, я теперь понял, почему их так много дают. Кстати, никого опять нету, смотрите. А вы видите, как я по лестнице иду? Да. Прикольно я придумал? Нормально. Помогите! Помогите! Они мне жопу подстреливают! А нормально, ты выживешь. Они с автоматом. Пацаны, давайте оружие с Counter-Strike Global Offensive. Все, берем. Ну а, их нафиг! Нет, блин. А какое у тебя, Серега, любимое оружие? Не знаю. Сейчас посмотрим, что тут есть. Аккуратно надо. Ты видишь, сколько их там? А, вы загородили мне путь, пацаны, давайте не друг друга не закрывать как-то. Давай. Я, короче, буду опять по быльцам идти. Ого, их там, вы видели? Гусанёк, ты когда там стоишь, шанс того, что мы тебя убьем, очень велик. Пацаны, как вы думаете, мы сможем пройти? Да. Вот так и строчим. Серега, ты нам оставишь кого-то как-то? Не знаю, вот, все, стреляйте, у меня патроны закончились. Я вам по трупам фигачу. По трупам?
Так, ладно, перезаряжаем. У меня, кстати, жизни очень мало. А, это сейчас какой? 5 этажей мы сможем жизни, да, пополнить? По идее, да. У меня 22 хп, блин. Иди, иди наверх, подлечись. А! 65. Костюм 27. Я перезаряжусь. Пацаны, мы сможем. Ай, он не стреляет, блин. А он, блин, пули летят через жопу у него. Я стреляю в одно место, пули летят в другое. Ладно, мне это оружие не нравится. Давайте по стандарту возьмем. Какую мы возьмем? О, давайте петушару возьмем. Это, конечно, не 150, ну и тоже неплохо. А тут мы пройдем, тут трупы ж одни уже, понимаете? Да нормально. Просто чернющая вся. Дима, я боюсь тебя задеть сейчас. Я жопу свою вытащил. О, у меня жизни мало. А! Так. Беги наверх, подлечись. Не, нормально, мы пройдем, пацаны. А все, тут нету их больше. Я знаю, они исчезают. Я так и понял, что я не пошел. Вот это жесть! А какой этаж? Так, еще 4 этажа, и мы сможем пополнить себе жизнь. Это 17-й. Уже 17-й, да. 18-й. О, все, у них никого нету больше. Но нет. Где сейчас слегал? Где есть этот? Мне кажется, мы сейчас начнем сливаться. Вам не кажется такая фишка? Не, да. Не. Не? Не. Они спавнятся, Дим. А, они прям спавнятся? Блин. Фига вы там строчите. Блин, даже боюсь идти, но придется идти. Блин, ну если сейчас я спрыгну, меня скорее всего убьют. О, лучше не надо, кстати. Свет, тут свет. О, на здесь лекалка. О, отлично. Они еще есть, да, там? Да, блин, четвером неудобно. Я постоянно как будто боюсь кому-то в зидницу стрельнуть. Там ничего страшного. Все, все. Ой. Отлично. Умрите. Они спамнятся! Я увидел теперь. Блин. Ой. Это нормально? Ну я хоть поубиваю кого-то, пацаны, это же все вы их бочите. Все, это все. Это точно все. Ура, блин, если честно, немножко напряг испытываю. Я предлагаю кому-то взять гранаты, и когда их много толпа, бросать гранаты в них. Я. Может, все, давай, Гусенек, ты идешь вперед. Если что, мы нажимаем Ctrl, и ты через головы к нам, ну, нас перепрыгиваешь. Так, вот они, вот они. А ты нормально, вижу, гранатами там крышишь. Я на Диму залез, чтобы стрелять. А это, считай, это идеальная позиция. Так, кстати. Кроме жизни что-то тратится. Ай-яй-яй-яй. Они просто стреляют. А вы так само с Гусеньком сделайте на голову друг другу и поехали. Ой, кто-то... Ой, я думал, кто-то умер. Это жесть, их сколько. Там гранаты, я боюсь умереть. Мне такое ощущение, что мы не пройдем эту карту за раз. Но я думаю, мы сможем. Если что, на две части поделим. Если не сможем пройти. Блин, мы может, не молотом бросать, нет? Или гранаты купить? Ну ладно, нафиг. Так, что у меня есть? Ой, так куда ж ты молотом? Это выкинули? Да. А что ж делать? Конечно. Как всегда. Это Писанёк, да, бросает? Нет, ну, наверное. Нет. Ну, жизни... Я, это я. А, тогда все. Ну, жизни не тратится, я не вижу, кто-то сгорал. Мне коктейль молотого беспонтово, наверное, мне кажется. Ну, кстати, может... Вот это ты правильно сделал, Гусенёк. А ну, смотрим. Ой, троих. О. Сразу. Sigma Moments. Так, Серега, дай пройду. Вот там снизу я их видел, вон там идут. Вначале так легко оказалось. Блин, ну мне теперь нема куда пройти. Граната. Ой, блин, ого, блин, тут подпрыгивает трупейшины их. Ну, умер. Гусенек умер. Гусенечек, ну ничего, надо же было кем-то пожертвовать. Гусенек сейчас к нам тпхнется. А я второй раз. Блин, это. Ой. Ты, я думал, это NPC заспавнился, блин. И стреляю сразу. Блин, это было прикольно. Ты просто как раз в том же месте появился, где они спавнятся. Блин, да ты задрог, Гусенек, черная. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Вот поэтому Гусенек еще раз умер. Ну да, зачем ты его? На, а смотри, как разработчик сделал. Сделал так, чтобы они не толпой были, а поодиночке спавнились. А шары не надо! Ой. Гусенек, пожалуйста, не делай так больше. Я буду расстраиваться. Я прошу прощения, она сама. Автоматом, да, уже? Да. Так как я по Гусеньку стреляю, когда я вижу, тем более у него черный же пиджачелло. Ух ты, ё-моё. Трупы. Все, да?
Почти, там все стреляется. Блин. Да ё-моё, Сунёк, я знал, что я тебя убью! Еще так чисто попал в головешку. Обстоятельства, Дима. Не, ну блин, у него просто пиджачело такой, ну и он еще как бы резко высовывается. И мой мозг, знаешь, как делает? Я вижу цель, а как оно там будет, я еще не знаю. По реакции уже. Ну да. Я сейчас тоже чуть его не выстрелил, но я расстрелять. Но! Ой, нам не жадно. Ну ты специально, я сдал, Гусунёк, я сдал, всех троих убил. Он всех убил. Так, ты поехайте нас туда. А мы вот тут появляемся, сразу в этом же месте? Да. Я поэтому и говорил Диме. А, ничего страшного, все, поехали. Ты дурак, что ли, по мне стрелять? Он тупой какой-то, нет? Это черный человек. Мне жизни мало, на самом деле, этого осталось. А какой этаж уже? А там 26-й. О, так и стоим и строчим. Как раз пока я перезаряжаюсь. Потом ты, если что. Все, идем. Слышь, это жестко, я тебе скажу. Карта тяжелая, вот честно, тяжелая. Хардкорная такая. Кстати, кто карту нашел? Я. Серега. Пишите, Серега красавчик, хэштег. Чтобы Сереге было приятно, что это он нашел такую карту замечательную. Тактика. Да. Тактика гуся. Ой, Серега, извини. Да Серега. Да Серега, это мы были. А я уже не появился с вами. О, появился, все, понял. Хорошо. Поехали дальше. Да, какой этаж? 29-й. А что там сейчас хилка? Ура. И монстр, да, так много? Ну это не монстры, скорее всего, а NPC-шки какие-то злобные. А вы заметили, что у них оружие все мощнее и мощнее? Да. Ага. Раньше трупы были, а сейчас уже это автоматы, пистолеты. Все. Идет. Нет. Блин, они здесь еще. Курочки. А Гусанёк! Что я? Я опять подойдет, не стрельнул. Все. А нет. Да они еще не умирают. Ой, еще не. Так, давайте вот так. Пока пацаны там гасят, возьмем вот это. Петушара мне нравится, она, кстати, всё, очень меткая. Всё, восстанавливайтесь. Дим, ты посмотри, гора трупов какая. Да, это жесть, я помню, как мы там еще на высших этажах, просто лестница, где навалена. А опа, что это сейчас? А, мы прошли! Ура! Телепорт, идемте. О, 30-й. Опа. А, глубина карты не позволяет, и они нас перенесли в параллельную часть карты. Ну, прикольно сделано, чё, респект. Блин, я только что сейчас появился. Идет. Арбалет в него. Да я ж видел. А я и думаю, надо бежать. Так они друг друга смогут фигачить, я так понимаю. Я лучше возьму Негева сейчас. Тоже какие-то. Все? Идемте, может? Да. Бусанёк вообще псих. Ты с чего там стреляешь? Стрелю. У тебя эмочка? Или 100 патроников тут? 150 протоников, миниган. Я все его таки, все-таки я его тоже возьму. Надо просто прилобаться с него стрелять. Надо опускать прицел, да, ниже? Да. Потому что пули летят вверх. Да они вообще летят. Они не вверх летят, они летят влево, вправо, вниз, вверх. Нам куда угодно. Ну-ка, не в цель. То есть прицел без понтова здесь. О, мне кажется, сейчас будет пацаны мясо. Вот не знаю, мне чуечка, сейчас будет жопа. Согласен с тобой. Ой. Так, надо нам как-то определиться, как нам всем четверым стоять, чтобы было удобно стрелять, и мы друг друга не наказывали. Да я уже наказал всех. Ты же молодец. Даже нас гранатой? Нет, вас нет. А тогда гранатой. Ну чё, кто успеет быстрее убить или чё? Да. Киллы и фарминг просто. А зачем это всё? Ура, хоть одного убил. Я псих, за мной будет последний решающий выстрел. 37-й, давайте до 50 пройдем, а следующие 50 этажей сложные. Оставим на следующий ролик. Кто там стреляет? Тварь, что ли? Слышь, у них AR-2, да, что ли, уже? Да нет, вроде еще. У них арбалет. А арбалет ваншотит, я так понимаю, уже ж. Да. Или, а, броня ж, да, у нас, поэтому, скорее всего, что нет. Все, вперед. Идемте. Блин, 4 патрона истратил и перезаряжаюсь. Сзади. Ну, идиотус. Сзади? Где? Ребята, одно хп. Одно хп? Гусанёкчик, осталось немножко, еще один этаж и будет нам хпшечки.
Сейчас я подхилюсь. Вот он, здесь уже этаж с кпшками. Я уже побежал. Ну, Серега, стоим и строчим. Я с вами, пожалуй. Я перезаряжаюсь. Стоп. Все. Давайте. Блин, гусанек опять чуть не стрельнул. Дима, я также его чуть не замочил. Он просто ходит деньги постоянно. Тебе спасает одно, что у тебя башка камерная. Так я вообще бы тебя гасил постоянно. У меня один хп был, я выжил. Ничего, Серега, мы с гусанек можем делать прикол, просто в черный цвет тебя покрасить, и они тебя не будут мочить. Ты будешь сливаться с ними. Они будут подумать, что ты свое. Свое. А, дерьмо. Ну да. Все. Вот это мы психи! Рвем и крышим всех, кого видим! 43. 44. Опа. Так, давай, Серега. Ого, дробовика Сереге в голову. Нормально он залетел к тебе так. Как вы думаете, какой шанс того, что мы с магнумами бы прошли до этого этажа? Ну, маленький, мизерный. Не, ну прошли бы, но было бы просто долго. А вот мне интересно, сколько нам бы разработчик патронов дал бы? Ну, как видишь, бесконечно. Ну это мод у нас просто. Блин, Саня. Ну вот это читерская штука, из-за того, что если бы у нас был бы магнум, такой бы номер вообще бы не катил. А мне кажется, знаешь, как Серега бы это работало? Их спамнится очень много, из-за того, что у тебя перезарядка, ты бы просто поднимался бы выше на этажи. Все, нет, есть, а все. Ну я думаю, что так было бы. О, ребят, тут кажется джиггернаут был, я джиггернаута убил. Да? Нифига себе, ты псих. Ну давай. У него хп было много. Интересно. Да. Вроде бы. Я сейчас кое-что помощнее возьму. Так, тут спаун на них. Вот он. Вот. Это другой человек. Ё-моё, Дима, он заорал. Да? Ты слышишь? Не, мне не слышно. Он сейчас так засмеялся из-за... Блин. Пока что здесь. О, слышу. Говорю. Я тоже слышу. Уже все сильнее и сильнее идут, ё-моё. Да блин! Да ё-моё, нежелание убивать сюда синька. У меня еще психологическая травма, мне хочется перезаряжаться сюда. На этой карте 100 этажей, и мы решили самые смачные этажи, это до сотого, оставить на следующую часть этого ролика. Поэтому, если вам нравилась эта серия и вы хотите продолжения, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Короче, Серега одним выстрелом прошел карт. Молодец!